Ситуация с COVID-19 в регионе остается по-прежнему напряженной. Заболеваемость не снижается. Болеть чаще стали дети. За последние сутки 290 человек заболели, скончались 8. В тяжелом состоянии находится 203 человека, 72 на искусственной вентиляции легких. Продолжается рост болезней в 16 районах края. Среди лидеров – Алекзаводский, Улетовский, Сретенский, Шилкинский. Ограничения пока не снимаются, но и новые вводить не планируют. Сложная ситуация в крае не только с заболеваемостью, но и с поставкой вакцины. Весь препарат, который поступил в Забайкалье на прошлой неделе, это 24 дозы, уже практически закончился. Так, в Краснокаменске, куда утром поступила 1000, осталось порядка 20 ампул. Заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова отметила, что в Чите охват вакцинации составляет лишь 30% по отношению к другим регионам, где охват 50-60%. Новая партия прибудет в Забайкалье ориентировочно в конце июля. В регионе обсудили идею и с самостоятельным производством средств индивидуальной защиты, которые тоже уже на исходе. Нам обещают вакцину, которая выйдет в оборот с 29 июля. Это пока она выйдет, пока ее растащат, довезут до регионов. Это практически, пока мы сами ее промаркируем. Мы пустим, уважаемые основные главы муниципальных образований, где-то примерно 5 августа. То есть до 5 августа мы сидим в дефиците вакцин. Это по факту как и есть. Исходя из этого, все мероприятия, которые определены постановлением губернатора, я прошу выполнять, в том числе на территории всех районов. Анна Бородина, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье».